Доброе утро! Сегодня 12 декабря 2017 года. Я выгуливаю свою новую юбочку. Вот такая вот оливковая у меня чудесная юбочка. В чем полоски только спереди. Сзади у меня все ровненькое полотно. И уже прикрепленный к юбочке такой резиновый ремешок коричневенький. Поэтому и башмачки я надела коричневенькие. Они не совсем совпадают в тон. Но я решила, что вот эти вот 100 лет не выгуливала, пора выгулить. Под него же я подобрала вот такую блузочку. Ну, блузочку такую я боюсь идти, вдруг замерзну. Хотя вчера в школе было более чем тепло в моем кабинете. Я, может быть, вот так и разденусь и буду ходить. Достаточно приличный видочек вот такой будет учительский. Но на всякий пожарный, если будет прохладно, я решила накинуть вот этот кожаный мой жакетик из искусственной кожи. Он очень мягкий, почти лайковый, такой удобный, уютный. Вот такая, видимо, я буду по школе ходить, потому что на улице холодно и по коридору ветерок гуляет, и я туда буду выходить вот такая патрона. Хотя, безусловно, и шаль я возьму не белую, а возьму я зеленую. Она у меня тоже есть. Так, из украшений я надела вот такое ожерелье. У меня когда-то был комплект из змеевика. Вот такое вот кольцо большое, я его очень часто надеваю, я его люблю. Рядышком у меня с искусственным изумрудиком. Этот изумруд я покупала здесь, он выращенный. А вот под этот змеевик у меня были точно такое же, как кольцо, сережки. Я одну потеряла, и мне подруга с Урала привезла замену. Это тоже змеевик, но он кругленькой формы. И точно из таких же звеньев у меня был браслет. Я его тоже очень люблю, я его часто надеваю, и у меня его на месте почему-то нет. И мне закрадывается мысль, что вдруг я его потеряла. Такое тоже может быть. Замок там хороший был, но я всегда кладу вещи на место. На месте его почему-то не оказалось. Поэтому у меня теперь все в разбив. Тут одна форма, тут другая, тут третья. Я ожерелье брала, потому что не могла найти вот такими же звеньями ожерелье. Решила, что это больше всего подходит. И оно мне мурчит, но я надеваю его очень редко. Поскольку мы не нашли браслет, я надела вот эту вот ящерку. И на эту руку я надела свое новое приобретение, янтарное кольцо в позолоте, которое я привезла из России, и мое любимое бижутерное кольцо и ароматы. Вот они, ароматы. Почему-то не туда поставили. Сегодня я хочу надеть Дианочкин подарок. Это от Versace, ее любимый аромат. Она им пользуется, по-моему, 17 лет. И вот уже август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, почти полгода я им пользуюсь. Правда, я совсем чуть-чуть с уголочка всего отбрызгала, потому как надеваю этот аромат в исключительных случаях, когда очередь дойдет, на руки забыли мы побрызгать. Вот так мы пойдем сегодня. Глазки я сверху подвела еще тоже таким же оливковым. Оливковым. Я сегодня в оливковых тонах. Сейчас посмотрю, может быть, верх поменяю. Не могу ничего подобрать более подходящего. Пока решила пойти вот так. Спасибо, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.